ваш мікроблейдинг або перманентний макіяж. Як тільки у народі не називають цю процедуру, яка нині на піку популярності. Звичайно, кожна дівчина хоче прокинутись вранці красивою та нафарбованою. По-перше, це зручно, а по-друге, це економить наш з вами час. Але чому ж так часто трапляється, що клієнти після процедури розчаровані або самою процедурою, або майстром? Різна форма брів, інший колір, іноді шрами і навіть порізи. Тож процедура перманентного макіяжу безпечна і як розгледіти у майстрі професіонала? Про це поговоримо з вами жіноче ток-шоу «Триже плюсем» і я, Катя Луна, ознайомлю вас з гостями. Ксенія Шульга – керівник школи-студії по перманенту, топ-тренер золотого складу від команди «Лідер», чемпіонки світу Юліани Дружининої, а ще проводить майстер-класи, навчання та підготовки. Дякую большое. Всім привіт, ребят. Юлічка Калмикова, майстер з перманентного макіяжу та безпечного лазерного видалення татуажу та мікроблейдингу, переможниця 9 міжнародних чемпіонатів з перманентного макіяжу. Всім спасіба, рада здесь присутствовать. І чоловіча думка у нас у гостях красунчик Роман Бутовський, художній керівник сучасного театру сатири, а ще відомий стиліст-перукар, якого усі знають. Доброго дня. Друзі, окремо хочу подякувати нашому інформаційному партнеру рекламній агенції Євровіжн за надання LED-екрану у центрі нашого міста. Дякуємо. Сьогодні тема, про яку говорять усі дівчата, тому що це, знаєте, напевно, і для мене болісна тема. Хочу одразу розпочати з тебе, Романе. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, перманентний макіяж, татуаж, неважливо, як ми будемо зараз про це говорити, це натуральна краса? Як ти відносишся до цієї процедури? Тобі подобається чи ні? По-перше, я хочу зазначити, що на цю тему говорять не лише дівчата, на цю тему говорять дуже багато чоловіків, оскільки вони на це все дають гроші. Це по-перше. По-друге, взагалі тема якогось втручання в природню красу, вона дуже така тонка і треба дуже добре розуміти ту грань, межу, що потрібно з собою робити, що не потрібно. Я вважаю, все ж таки, якщо є бажання, є гарні майстри, є гарна перспектива того, що це буде дуже гарно, то моє ставлення до цього абсолютно позитивне. Ну, ти одразу починаєш говорити про все. А я тебе питаю, от іде красива дівчина, в неї зроблені стрілочки, брови, губи. Якщо мені подобається це все, то навіть думки не буде. Тобто ти не проти такої процедури? Абсолютно не проти, я кажу, я позитивно до цього ставлюся. Красу, і можна нічим її не зруйнуєш, її можна лише підкреслити. І моя улюблена рубрика – це соцопитування містян, як чоловіки ставляться до перманентного макіяжу. Почуємо їхню думку, дивимось. Ну, но я предполагаю, что это такой макияж, который используется не на один раз, а который на пару дней. И его можно не смывать даже, и ложиться с ним, он даже никуда не будет переводиться. А вам подобається, коли жінки, дівчата роблять перманентний макіяж або татуаж, ще на це говорять? Ну, я думаю, якщо дівчині пасує, якщо цей макіяж підчеркує якісь такі риси обличчя, то чоб і ні. Лично для меня это не играет роли, то есть я, как говорится, ну, для девочек это, конечно, ну как, подчеркивает ихнюю красоту, которая она есть, даже если наводят они то. Ну, я не люблю, когда сильно, понимаешь, когда сильно перебор, это уже ну, не красота, ну, грубо, это уродство. То есть, в принципе, если по чуть-чуть, то это красиво. Если это, ну, знаешь, палку перегнули, то это некрасиво. Не у всех она есть натуральная красота, по факту. Ну, це також буває, але чоловікам видніше. Ну, коли наносять, скажімо, дополнительні речі, ну, на лице, я не вважаю, що це дуже красиво. Тобто, іноді перебарщують сильно з цим. Я взагалі за натуральну красу, але це, як би, як вам правильно сказати, це
У кожного своя думка на це, і кожен робить з собою те, що забажає. Да, я думаю, дівчатки можуть собі дозволити, тому що не хочуть кожен день щось нове рисувати постійно, не тратити своє час лишнє. Ну, наоборот, це лишнє час, щоб не тратити, а щось інше змогли зробити там. Тобто ви за ненатуральну красу, можна це все робити дівчатам. Вам подобається, наприклад, якщо б ваша дівчина або дружина це зробила? Це виглядить натурально, то так. Да. Іноді дівчини без косметики виглядять дуже апетитно, гарно, а коли косметики трішки додають, все, це топофіалки, це просто неможливо. Різна форма брів, кольору або шрами залишаються. Як ви, чоловік, до цього ставитесь? Що хочеться і зробити красиво, а виходить погано? Я не дуже обізнаний в цій темі, що там може цей макіяж залишити якісь шрами, чи там будуть якісь побічні ефекти. Я думаю, якщо дівчина, так би мовити, розумна, вона перед тим, як щось робити, в тому числі і своїм обличчям, ну, зрівняє всі за і проти і зробить правильний вибір. Тож залежить від мастера, хороший він чи ні. Ну, я думаю, дівчатки, які хочуть собі зробити красиво, вони знайдуть хороших мастерів і не пожаліють гроші на це. Тобто вам подобається, коли на дівчатах і зроблене, там, у все, наприклад? А чому б ні? Якщо вона так... А як же натуральна краса? Розумієте, можна бути натурально красивою, але якщо трішки підчеркнути цю красоту, то в цьому не бачу нічого поганого. Ну, вони всі портять, розумієш? Вони просто портять свою внешність. Тобто, хотіли б зробити краще, а виходить, що зробили хуже. І вже шрами, извини, шрами не виводяться. Ну, там є, звісно, але для цього треба, як говориться, або операції робити, або якісь креми, які роблять, убирають ці шрами. Але гарантії, що вони уберуть, це ні. Але все одно залишиться слід від того, що вони от вирішили себе зробити, виділити себе і зробити себе більш красивим, як вони посчитали. Дозволили своїй дружині або дівчині зробити перманентний макіяж? Был такой случай, мы разговаривали даже на эту тему с ней. В принципе, не знаю почему, но согласился. Ну, нормально все было. Дозволил, мабуть. А чому? Значит, все ж таки подобається, красиво? Не знаю, якщо вона так хоче, то хай робить, якщо не хоче. Потрібно спрашувати з майстра, чому вийшло нерівно, чому він, будучи кваліфікованим спеціалістом, не зміг зробити, ну, навести красоту, розумієте? Тому я вважаю, що це лише проблема майстра, не її проблема, це лише проблема майстра. І тому всі питання до майстра повинні бути. Наприклад, от мої брови, у мене татуаж. Подобаються? Тільки чесно. Так, да. У вас достатньо, вроді би, непогана там техніка виконання. Який ви спеціаліст? А от наші телеглядачки і багато спостерігачів нашої програми, дівчата, вважають, що майстри дуже легко можуть, вони прям так і говорять, ізуродувати наше обличчя. От давайте ми розпочнемо. Все розпочинається з хорошого майстра. Як його розпізнати? Як його знайти? Тому що зайти у соцмережу Інстаграм і подивитися роботи, а іноді, як це виявляється, ці роботи можуть бути просто от фотошоплені і красиво намальовані. Ти думаєш, боже, яка краса! Треба тільки до неї. Ти приходиш... І після процедури ти плачеш. Ваша думка, дівчата? Ксюш, давай з тебе розпочнемо. Ну, смотрите, в мире, где сейчас можно не только посмотреть на фотографию, есть еще, если мы говорим о Инстаграме, есть стори, и хорошие мастера, они будут вживую снимать то, что они делают. Сам процесс, результат, который получается, без фильтров, без ничего, и тогда мы можем посмотреть. Конечно, в ленту всегда выкладывается хороший и выгодный ракурс, да, допустим, кожа девочки может быть не всегда чистая, идеальная. И, конечно же, все хотят себя же видеть на фотографии красиво. Ничего в этом нету такого сверх, если трогается кожа при обработке. Другой вопрос, если трогается, конечно, сама работа, да, если она там фотошопится. Но это же обратно такие вы можете посмотреть, зайдя в стори, и где не только там личная жизнь... Ну, мастера, да, а там, где есть работа, где вы можете на видео посмотреть, где без обработки есть это все. И девчонки, которые
не один день, да, это дело не одного дня, когда они могут просто следить за своим мастером, да, и просматривать, и тогда принимать какое-то решение. Если, конечно, отфотошопленные фотографии только в ленте, это же видно, сейчас это все невооруженным глазом, тогда есть, конечно, сомнения. Поэтому нужно смотреть длительно. Дякую. А твоя думка, Юлечка, як перевірити майстра, щоб, знаєш, не натрапити, як зараз говорять, на шарлатана? Есть несколько моментов, на которые стоит обратить свое внимание при выборе мастера своего для татуажа. Первый – это мастер занимается только одним делом. Я считаю, что люди, которые занимаются… А что означает? То есть он делает только перманентный макияж. Ну, в моем понимании, это уже эксперт. Он не делает отдельно ногти, ресницы, шугаринг, еще что-то такое. Потому что хорошему мастеру просто на это не хватит времени. Он работает, оттачивает свое мастерство в узкой специализации. Это правильно. Я считаю, что это так должно быть во всем. А если ты проходишь до кабинета, а там на стене купа дипломов, и ты думаешь, ого, ничего себе, сколько где она была. Это тоже классно. Конечно, ну, это хорошо, когда человек развивается в своей профессии, бывает на конференциях. Но, конечно, не все, допустим, обучения стоит посещать и так далее. Не все они информативные. В основном бывают еще такие, что ну, ты слушаешь ничего интересного и смысла в этом достаточно мало. Также нужно обратить внимание на фотографии в ленте у мастера. Если они все такие, ну, не очень, знаете себе, а тут 5 штук такие, вау, с постановкой света, с фотошопом, это, скорее всего, не его работы. Это скопированные. Я знаю достаточно много у нас мастеров, которые просто воруют чужие работы. Об этом пишут. Но такая? Да. Да, и часто очень встречается, то есть, к сожалению, вот так вот. Потом еще какой момент можно обратить внимание, конечно, как мастер развивается. Где-то он принимает участие, где он обучался и так далее. То есть все это видно, в принципе, мы знаем известных мастеров у нас в городе, и как бы можем предположить, качество работы гораздо будет выше, как бы, если человек в своей профессии развивается постоянно. Дякую, Юлечка. Ром, ну слухай, ну в принципі робота майстра з перманентного макіяжу і стиліста десь схожа, да? Тому що інші майстри також можуть твої роботи брати після фарбування. Як ти до цього ставишся? До плагіату я дуже погано ставлюся. І якщо є такі приклади, що майстри використовують чужі роботи в своїх профілях, видаються за своє, це не робить честі майстру. Якщо ти хочеш себе якось рекламувати, виставляй своє. Якщо ти не хочеш цього робити, не забирай чужого. Тому що ти вводиш в оману людей, потім люди підуть і розкажуть, який ти поганий майстер. А потім тобто це ти сам собі майстер робить антирекламу. Друзі, з чого почати і як підготуватися до перманентного макіяжу, пропоную подивитися. Ми були у гостях у студії Ксенії Шульги. Давайте подивимось. Первый раз, когда клиент приходит к мастеру, обязательно мастер должен подготовить, да, рабочее место для клиента. Для этого у нас рабочая кушетка у нас покрывается одноразовой простынью, ложится под голову одноразовые салфеточки, дается одноразовая шапочка. Это экипировка нашего клиента, который ложится. В свою же очередь у нас должно быть рабочее место также подготовлено. Все у нас должно быть упаковано и обмотано пленочкой. Аналогично начиная с лампы и заканчивая всеми подручными материалами, которые мы используем в ходе работы. Это должны быть подставки под капсы, которые мы используем для пигмента, обмотаны. Обязательно должен быть обмотан аппарат, которым работает мастер. Обязательно. Зачастую у меня беспроводной аппарат, и вот видите, он весь обмотанный. Зачастую бывает аппарат, который идет с шнуром. Этот шнур тоже должен быть в защитной пленке. Иногда бывает очень чувствительная кожа, которая все-таки
сукровид или кровид. И мы в ходе работы контактируем с этой кожей. Если мы будем после этого дотрагиваться к предметам, которые не упакованы, это может быть произвести к перекрестному заражению. Для того, чтобы попросту не перенести инфекцию от одного человека к другому путем дотрагивания к предметам с руками. Вот. Еще важный момент, чтобы показать иголочку, которой вы работаете, своему клиенту. Вот такие одноразовые иголочки. Используется одна на одну зону. И перед процедурой мы обязательно показываем человеку, для того, чтобы он видел, что иголочка одноразовая и упакована в своем контейнере. Так, здесь у нас будет коррекция губ выполнена. До этого мы сделали рефреш бровям, которым уже было на этот момент 2 года и чуть-чуть. Вот, восстановили их, так как они выгорают со временем, становятся светлее, бледнее, уже. Вот, и мы их восстановили. Сейчас это свежая процедура, они сойдут, будет гораздо мягче. Теперь к губам то же самое мы сейчас будем обновлять. И цвет поначалу он будет насыщенный, потом насыщенность уйдет, и они будут красивые, натуральные. Вот сейчас уже есть перманент на губах, вы можете видеть, сейчас немножко просто откорректируем. Используем в работе аналогично одноразовую капсу, которую мы вот закладываем в держатель для капс. И наносим пигмент. Пигменты, они всегда идут в большом концентрате, в таких бутылочках, которые клиент не увидит просто по бутылочке какой-то цвет. Цвет оговаривается изначально с клиентом для того, чтобы максимально добиться результата, которого ожидает клиент. В перманенте губ у нас может быть такие нюансы, как герпес. Для этого мы рекомендуем клиенту заранее пропивать противовирусное, для того, чтобы после не ожидать каких-то непредвиденных моментов. Да? Поэтому вот и весь уход. Можно еще проскрабировать перед процедурой и хорошо увлажнять. Не использовать никаких матовых помад, для того, чтобы максимально лег цвет, красиво. И губки приняли все, что им нужно. В ходе процедуры клиенту не должно быть больно. Он может немножко чувствовать, что происходит. Вот. А болевых ощущений не должно быть. Так как, во-первых, действует анестезия, а во-вторых, мы делаем все очень-очень поверхностно. И слегка просто нацарапываем кожу. Также я не сказала о том, что желательно за 2-3 часа не употреблять кофе для того, чтобы или кофеина, содержащих никаких препаратов или напитков, для того, чтобы не разжижалась кровь, и нам было комфортно работать. И не сукровило, не кровило нам в момент процедуры. Это клиенту не больно, это мешает только мастеру. Девчонки, не всегда там, где вам предлагают акции, это какая-то хороший выбор. Это потому, что может быть у мастера не хватает клиентов, и он таким образом к себе завлекает. Вы должны понимать, что есть цена-качество. Вот какая цена, такое и качество. Не может быть хорошей работы за 300 гривен. Поэтому ищите, правильно подбирайте себе мастера и не ждите никаких акций, скидок и распродаж. У мене є обов'язкова місія – це зібрати усі запитання, соцмережі, усі, хто що цікавить. І у нас сьогодні будуть і 2 відеозапитання, і одне таке, яке мені прислали. Давайте розпочнемо з першого запитання. Доброго дня, мене звати Ліля. Був такий випадок. Зробила татуаж. Майстер одразу сказала, що колір буде болотяного відтінку. І замість того, який ми підібрали, сказала, що так буде протягом тижня, потім бровки будуть загоюватись і все буде чудово. Але пройшов тиждень, другий, третій. Я чекала, колір не змінювався і плюс ще до того пішли прищики коло брів. Майстер сказала, що я самовинна і неправильно доглядала за своїми брівками. І взагалі після процедури вона заявила, що треба було все контролювати, казати мені. Почала мені говорити претензії, заблокувала мене, на дзвінки не відповідала. І після того я ще проходила курс лікування і прибирала лазером татуаж. Ось така історія. Хочу почути як спеціалістів, тому що я думаю, що не одна Ліля стикалася з такою проблемою. У багатьох були такі випадки. Хочу почути вашу думку. Ксюш, давай з тебе розпочнемо.
Ну, смотрите, когда с клиентом идет беседа на начальном этапе, когда подбирается форма, цвет, клиенту невозможно показать, какой цвет. Ну, в палитре они в большом концентрате идут. И вот так вот взять и показать, вот у вас будет такой. Это невозможно сделать, потому что есть некие аспекты. Во-первых, концентрат самого пигмента. Угу. Во-вторых, есть ее цветотип кожи, есть структура кожи. Это все будет в ходе работы. Мы выбираем на словах. То есть это может быть русый какой-то оттенок, натуральный, да, там, к примеру, темные оттенки мало кто просит, потому что, ну, это уже такой визажный эффект. Але колір змінюється потім протягом тижнів? Да, цвет меняется, но меняется каким образом? В начале процедуры, после того, как уже она выполнена, клиент встает, и он достаточно яркий, визажный. Вот эта яркость, графичность, визажность, она просто сходит. Потом они становятся более натуральные, мягкие такие воздушные бровки. И процесс реабилитации бровей идет от 3 недель. Где-то приблизительно месяц мы даем на то, чтобы зажили эти брови. И да, цвет становится наоборот. Он сначала очень как будто бы исчезает. Когда цвет болотный, это вообще какой-то нонсенс, потому что изначально она должна стать, ну, суперкрасивая, да, именно с максимально тем эффектом, который она запрашивала изначально. Поэтому это может быть там русый какой-то цвет, тот, что она хотела. И в основном девчонки встают очень счастливые от того, что они сразу получают то, что они хотят. Угу. Если клиент стала сразу недовольная, на этом этапе нужно было мастеру рассказать, во-первых, весь уход, который должен быть, это должен делать мастер. И контролировать, если были вопросы, на них отвечать. Ну, то есть все рекомендации даются сразу после процедуры. І то, що у неї там щось пішло не так, звісно, це кожен... Це винна дівчина чи винен майстер? Я би не сказала, що тут хтось він... Ну, скоріше, мабуть, майстер, тому що, ну, болотного цвіту брові – це щось, звісно... Знаєш, тут всі моменти як-то так совпадають, що і там немножко не так, і там щось не так. Вот першим моментом, який був зроблений плохо, це вибір майстера. Ну, изначально. Рекомендации по ходу не были даны. Проблему, с которой столкнулся клиент, мастер не решил, а вместо этого заблокировал его. Хотя, ну, но не знаю, кто так может делать. Так есть... вышло, зірки там, да, зійшлися. Да. Но... Але якщо така ситуація, ну що вже поробиш? Треба якось з нею виходити. Mm. Чому пішли оці прищики в неї? Там, можливо, був герпес просто. Да, скоріше всього. Да. А таке може бути після перманенту? Може бути, якщо у чоловіка є предрасположеність к герпесу. Да, но мастер должен был предупредить. То есть у нього не должен был вызвать такой шок, вот происходящие события. То есть она должна была подготовлена ко всем моментам быть. То есть рассказывается уход, ты его просто выполняешь и получаешь хороший результат при хорошей работе. То есть, дякую, дівчат. Ром, є що додати по цій ситуації тобі як чоловіку? Я як чоловіку, як майстру, я можу скажу так, знаєте, зараз такі часи, що дуже багато майстрів не гребують халтурою. Халтурять. Ух, як сказав. Дещо, можливо, економлять на, як це називається, матеріалах, на фарбах. Дещо економлять на якихось антисептиках, я не знаю. Можливо, так? Звісно, того болотяного кольору там не мало взагалі бути, але бувають нюанси. Сказав майстер. Не повинно було бути болотяного відтінку. Так, ну, навіть в моїй роботі бувають, трапляються такі випадки, що, ну, щось іде не так. Але майстер має, перш за все, повідомити абсолютно всю перспективу цього дійства, як це буде відбуватися, якщо навіть щось не так, він має потім це все виправляти, якщо вистачить розуму виправити. Слухайте, а от у мене запитання одразу. От якщо така ситуація склалась, майстер повинен віддавати кошти за процедуру? От я дзвоню, вона мене заблокувала, я б до неї ще поїхала і сказала, ти що, гроші мої віддавай. Ну, а що треба? У неї должен бути, як мінімум, у самого мастера должен бути какой-то выход. То есть она должна однозначно понимать, это у неї что-то пошло не так, как у мастера, или какой-то вопрос с самим клиентом. Ну, в любом случае есть из этого выход.
Просто отдать деньги – это самое простое, что может делать для себя мастер. Просто помахать ручкой и все. Надо решить проблему клиента для того, чтобы он остался доволен. И как минимум вот этот черный пиар не разнес по нашему маленькому городу, понимаете? Вот, дело не в деньгах, что отдай. Да, конечно, если уже мастер и всякими путями понимает, что он не может исправить то, что он сделал, конечно, надо вернуть деньги и как минимум оплатить. Платить это удаление. Так, друзі, почули, треба боротися за свої права. Права споживачів, правильно. Так, у нас є ще одне відео від Ксенії, яка розповідає свою ситуацію. Всім привіт, мене звати Ксенія, і сьогодні я хочу поділитися своєю історією неудачного опыта татуажу бровей, з последствиями якого я борюсь по сей день. В 2015 году я сделала себе татуаж бровей, всего лишь одну процедуру и без коррекции. Тогда еще не было понятия перманентного макияжа, микроблейдинга или же напыления. Уже через год мои брови в прямом смысле этого слова выцвели, они поменяли цвет, также они асимметричны и у них разная форма. Как позже я узнала, мастер в своей работе использует иглу для нанесения тату, а не татуажа, и именно поэтому ее работы выглядят неаккуратно. Немного позже я решила перекрыть всю эту красоту с помощью перманентного макияжа, но это также не увенчалось успехом, потому что старый материал находится слишком глубоко в дерме, и его просто невозможно перекрыть. Уже через год я решила идти на лазер и полностью их выводить. В данный момент я прошла две процедуры лазера, но, как вы можете видеть, мои брови на месте, и когда они пропадут, пока неизвестно. Сколько в будущем мне нужна процедура лазера, также неизвестно. Девочки, я хочу вам дать совет, прежде чем идти к мастеру на либо какую процедуру, посмотрите фото его работ, а также почитайте отзывы о его работе. Таким образом вы можете уберечь себя от горя мастеров. Но лучше всего поговорите с подругами и знакомыми, которые уже проходили эту процедуру и имеют позитивный опыт. Я желаю всем удачі і красивих бровей. Дівчата, якщо чесно, ця ситуація для мене дуже близька, тому що я стикнулася 6 років тому з тою ж проблемою. Я пішла разом з моєю мамою до майстра, яка приймала вдома, і вона мені просто забила наші з мамою бровки іголкою для тату. Я цього не знала, тому що тільки тоді все розпочиналось, якось перманентний макіяж не був такий в тренді. Як ви бачите, 6 років пройшло, краса вся на місці. Я зараз так згадую кожного разу, коли приходжу до Юлічки на лазерне видалення, я так згадую того майстра і кажу, дякую, що ти тільки мені не попадалась на очі. У цієї дівчини Ксюші та ж сама ситуація. Ваша думка? Ну, очень жаль, что некоторые тату-мастеры, мастера, они думают, что делать татуировку и делать на лице брови – это одно и то же. В чем разница? Давайте швиденько разберемся. Разница в пигментах. То есть для тату пигменты более крупнодисперсные, чтобы они держались долго в коже, максимально долго, были достаточно яркими. Глубина совершенно немножко другая. Перманентный макияж – это очень легкая процедура в коже. Она даже после нее не всегда бывает покраснение. То есть здесь мастер совершил две ошибки. Это, конечно, материалы, которые были использованы не по назначению, и, соответственно, глубина, и вообще, скорее всего, у него не было понятия вот правильной работы на лице человека. То есть это совершенно разное. Что мы делаем наколку на спине и брови на лице, ну, это... Да, некоторые думают, что вот я же умею красиво рисовать, я сейчас нарисую. Нет, есть пропорции лица, есть видение цвета. Образно говоря, перманентным макияжем можно как подчеркнуть достоинства, так и ухудшить внешний. Юлечка, зрозуміла. Ксюш, твоя думка. Після цієї ситуації, як вона зробила собі тату, ну, типу татуаж, вона ще зверху набила перманентний макіяж. Тобто майстер не повинен був її брати. Ну, я считаю, во-первых, да. То есть, во-первых, заблуждение было в том, что иголка для тату, вот она выяснила эту проблему, что была сделана. Дело не в этой игле для тату, совсем не в ней, а правильно сказала Юля, в материале, в самих пигментах и в глубине, на которой работали. То, что была неправильная подобрана форма, это должно было обсуждаться с клиентом на изначальном этапе,
не знаю, почему у девушки сейчас как бы возник вопрос о форме бровей тогда, когда уже это все сделано. То есть я не думаю, что мастер, это так немножко в защиту мастера, такое мини-отступление, не думаю, что мастер нарисовала одно, а сделала другое. Возьмем во внимание то, что это был 2015 год, и тогда сфера перманента не набрала такого активного, как сейчас. То есть сейчас все по полочкам разложено. И действительно, в тот момент все делали, мастера татуировок делали татуировки. Да. Вот. Поскольку клиент не понимал, что с этим всем делать, выход она видела только один – это перебить вот эту всю красоту. Ну, конечно, мастер, который брался за это, должен был сразу ей отказать, потому что при любом перекрытии, если это такие достаточно забитые брови, это краткосрочное какое-то, может быть, исправление ситуации, которое все равно потом усугубится еще больше через там минимальный какой-то срок, может быть, это будет даже 3 месяца. Тут я згодна, тому що після того, коли у мене була така ситуація, я ходила, напевно, до кожного майстра і просто навіть по знайомим кажу, ну, будь ласка, ну, візьми, ну, зроби. Він каже, ні, Кать, поки не підеш. І тут питання вже про лазер. Тому що я 3 роки боялася прибирати це татуювання. Тому що мені всі казали, там так боляче, там багато крові буде, там ремувером, це так складно, Катя, не йди, краще вже так ходи. І я пішла до тебе, Юль, і, в принципі, ти відкрила для мене очі і сказала, що, в принципі, це не боляче. Розкажи, будь ласка, в 2 словах, ну, коротенько, про лазер, щоб люди розуміли собі, що це не так страшно. Да, я занимаюсь удалением старого татуажа микроблейдингом, предпочитаю в своей работе лазер. Лазер – это самая эффективная на данный момент методика удаления. Луч. Мы делаем выстрел. Он разрушает молекулу пигмента и наши клетки крови, клетки, наша лимфа. Естественным путем все выводит. Кожа не повреждается при правильной, конечно же, работе. Крови там не будет, ожогов тоже не будет и рубцов не будет, если делать все правильно. То есть лучше еще не придумали способа для удаления. Да, нужно запастись немножко терпением, если это более сложный случай, но все возможно. Друзі, зараз пропоную подивитися, як прибираються бровки лазером. Буде частинка моделі і частинку покажемо, як я прибирала собі. Девушка всегда должна выглядеть красиво, и мне кажется, в этом моя миссия. В своей работе я придерживаюсь более естественной красоты. Не обязательно делать с одного человека совершенно другого. Мы можем слегка подчеркнуть красоту любой девушки. Хочу вам рассказать о безопасном лазерном удалении. Это как бы более новая услуга, потому что все привыкли, что лазерное удаление старого татуажа, микроблейдинга, это очень травматично, нужно сидеть дома 3 дня с отеками, с кровью, с ожогами. Нет, сейчас у нас все по-другому. Я преследую принцип безопасного лазерного удаления, когда вы сделали процедуру и все, через 10 минут у вас все в порядке, вы можете идти на работу, на свидание, жить обычной жизнью. То есть технологии и определенные знания позволяют нам получать вот хорошие результаты при минимальной затрате своего времени. В своей работе я использую самый современный неодимовый лазер. Он позволяет удалять качественно и безопасно старый татуаж, микроблейдинг, а также татуировки. Так, продовжуємо. У нас є ще останнє, третє відео, яку хочеться вам показати. І ще одна цікава ситуація зовсім з іншої сторони нам показується.
Всем привет, меня зовут Алина. Около 10 лет назад я сделала себе татуаж, и он был, мягко говоря, некрасивым, он мне не очень шел, форма не совсем подходила, и цвет был такой и сине-черный, знаете, как вороное крыло. Это выглядело неестественно. Мастер, скорее всего, был начинающий, наверное, только практиковалась. Было несколько перекрытий, мы пытались изменить цвет, изменить форму. Также я делала несколько процедур микроблейдинга. Каждый раз мастера меня уверяли, что смогут это исправить, смогут изменить форму, откорректировать цвет. Но в итоге они просто наслаивали цвет друг на друга, и в итоге все получалось еще хуже, чем было изначально. Конечно, я поняла, что уже нужно все удалять, и поэтому искала мастера по безопасному удалению лазером, нашла Юлечку. Мы сделали уже 6 удалений, это оказалось совершенно не страшно, не так больно, как я себе представляла, и мы уже сделали, кстати, вот новые бровки, это была первая процедура, будет еще коррекция. Поэтому могу совершенно точно, с уверенностью рекомендовать Юлечку как мастера по удалению лазером. Дівчат, прокоментуйте швиденько цю історію, ситуацію. Можливо, тут треба сказати про мікроблейдинг. Мікроблейдинг уже така техніка, яка отжила своє, скажімо так, це ручна техніка, яка подразумевала, как будто бы волосок набивают. Это она была на пике популярности. У народі говорять, роблять прорізи, да? Шрами потім залишаються. Ну, это неправильная, да, скажем так, техника выполнения. При правильном нанесении не должно быть никаких шрамов. Аналогично это делается все очень поверхностно. И хороший мастер сделает красиво. Но это хороший мастер. Вот, к сожалению, их очень мало, поэтому эта техника, она отходит на задний план. По поводу перекрытия, однозначно, то же самое история, как и в предыдущей девушке. 10 лет ему, его сразу надо было отправлять, а не перебивать миллионное количество раз на лазер, удалить это все, расчистить кожу и потом только делать красивые брови. Когда так, это просто... Просто клиент, он ищет выход, и он не знает, как ему поступить правильно. Он ходит сюда, ему говорят, ложитесь, сейчас вам сделаем коричневые брови. Он приходит сюда, конечно, опять будут коричневые брови. В итоге не получает результат. А микроблейдинг, при том, что он удаляется сложнее, чем, допустим, перманентный макияж, потому что может быть рубцевание, получается, пигмент закладывается, как прорезается кожа, закладывается пигмент, наша кожа что? Она хочет от него избавиться. И получается, как бы, если еще глубоко прорезали, прям рубцы. Это реально видно. То есть травмированная кожа, удаление будет сложнее, потому что глубина другая, как бы по рубцам работать сложнее. Катя, я думаю, здесь в другом дело. Тут дело в том, что девочки получили некачественную процедуру, и они не хотят тратить время свое на то, чтобы вывести это все. Они и хотят мгновенный. Ну и деньги, но это не такие колоссальные деньги. То есть, ну я думаю, важнее свое лицо и свой внешний вид. Но они хотят моментально получить какое-то преображение, понимаешь? Они не хотят тратить на это свое время, они хотят выйти раз и красивое. Но для этого надо немножко задумываться. И, наверное, дело мастера объяснить, что так будет правильнее. Пропоную нам подивитися нову серію психологічної рубрики від Анни Колєвої. Сьогодні говоримо про критику. Буде цікаво, дивимось. Мені це не подобається. Що вона одягла? Я би так ніколи б не зробила. Чому він так себе поводить? А можливо, до цього пальто треба інші туфлі? Доброго часу, дорогі глядачі. Сьогодні тема нашої рубрики – критика. Хочеш уникнути критики – нічого не говори, нічого не роби і будь ніким. Але чи допомагають ці поради? З точки зору психології, критика – цікавий і неоднозначний процес. Критикуючий не завжди конструктивно висловлює свою думку. Якщо критики забагато, то можемо констатувати, що у людини, яка критикує, звужене сприйняття та усвідомлення. А це, як правило, наслідок психологічних травм. Таким чином, люди, які постійно критикують, мають специфічний психотравмуючий досвід, який і звужує їх сприйняття та різноманіття світу і наповнює їх життя постійним незадоволенням. Люди, які критикують, постійно порушують наші кордони – емоційні, психологічні, особистісні. А це значить, що в досвіді вони зазнали подібного і тепер транслюються на інших.
То що ж робити з критикою? Якщо відчуваєте, що критика мотивує вас, розширює ваше сприйняття та надихає, то використовуйте її. Якщо ж навпаки, критика додає негативу, руйнує ваш світогляд та засмучує вас, то захищайте свої кордони від критикантів. Коли хочете озвучити свою думку, то дійте наступним чином. Говоріть про те, що це ваша суб'єктивна думка, не критикуйте різко та однозначно. Поясніть, чому ви думаєте так, а не інакше. Таким чином у критиці буде вибір. Ви начебто допомагаєте людині подивитися на питання ширше, а не навпаки знищуєте її своїм критиканством. Конструктивна критика буде направлена не на особистість, а на діючий вчинок. Таким самим ви допоможете людині розширити своє бачення. Ставте з любов'ю до себе і інших і пам'ятайте, головне – атмосфера. У нас є така традиція, що обов'язково під кінець програми чоловік говорить нашим телеглядачам свою прекрасну думку. Кажи. Є таке давнє прислів'я, що з лиця води не пити. І чоловіки кохають жінок, мабуть, більше за внутрішню красу, ніж за зовнішню. Йдуть з ними по життю. Тому я вважаю, що всі ці процедури, всі ці... Маніпуляції. Дякую. З обличчям, з тілом. Все ж таки до них треба підходити в край рідких випадках, коли дійсно є якісь вади і проблеми. Але якщо дівчина від природи дуже гарна, то в принципі достатньо лише каплі Шанелю і все. І чоловіки всі біля її ніг. Чоловіки і так будуть нас кохати. От бачите, друзі, про які б запитання сьогодні ми не говорили від наших глядачів, усюди ми говоримо про хороших майстрів. Робити цю чудо-процедуру чи ні – це ваша особиста думка. Але якщо ви все-таки наважились її зробити, то обов'язково перевіряйте своїх майстрів. Друзі, обов'язково дивіться нашу програму на YouTube-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Сьогодні ми намагалися допомогти вам розібратися, тому ви обов'язково під програмою пишіть свої коментарі. Можливо, така ситуація у вас вже була. І з вами було найжіночніше ток-шоу «3G плюс М». Я Катя Лунгл. На все добре. Па-па.